Всем привет! Ребята, всем привет! Мы сейчас отправляемся в Модис, и девчонки будут снимать челлендж. Милана должна за 5 минут собрать Лику к школе, одеть, а Лика должна за 5 минут собрать в школу пенал. Ага, себе. Да, себе. За 5 минут. Ну не просто, а прикольненький пенальчик. А Миланка будет собирать Лику в школу. Будем выбирать с Миланой одежду. Девчонки, погнали? Да. Побежали! Давай, кто лучше справится, Милан, ты или Лика? Ну, пенал здесь небольшой выбор. А, подожди, время засекаем. Время засекаем, да. Так, 5 минут. Раз, два, три. Время пошло. Здесь небольшой выбор, один пенал только, поэтому берем его розовенький. Здесь же сразу вот линеечка. Ну, конечно же, возьму розовенькую уточку. Буду сразу вот так складывать. Хоп. Так, ластики. Где здесь ластики? Так. О, пальцы возьму. Ну, их я не вложу в пенал пока, но просто вот так возьму. Карандашик простой. Берем. И... Лезет или нет? Маловато. Нормально. Нет, маловато все-таки. Ладно, возьмем просто вот так пока. Посмотри, какой вот есть набор карандашей. Вот этот. Они как раз гнутся, да, я так понимаю? Да. Ой, смотрите, какие ручки. Картошка фри. Арбуз, смотри, Лика. Ананас, гамбургер. Вот такие вот ананасики, клубнички, кактусы, вот еще клубнички, вот такие ананасики, зонтики. Так, давайте вот. Смотри, какая классная ручка. Ой. Слушай. Берем. Смотри, она такая мягенькая. Да. Берем вот такой вот зонтик. Угу. О, а что она без копочка? Или они все без копочка? Нет. Ну вот фиолетовый с копочком. Угу. Берем. И вот такой. Потому что я две ручки беру. Угу. Арбузик. Вот просто смотри, какой карандаш просто. Ах ты. Большой такой. Давай его возьмем. Давай. Вот так. А вот это не там будет. За время смотришь. Смотрю. Сейчас посмотри, какая классная ручка. Три минуты еще. Угу. Так. Текстовыделителем. Угу. И вот, ой, смотрите, какая ручка. Ух ты, прикольно. Травка. Берем тоже. Так. Не, ну это очень легко пенал собрать. За 5 минут, да? Тут выбор небольшой. Да. Алика, смотри, я увидела там пеналы. Вот это бананы. Это разве не пеналы? Нет, это для банана. Ты чего? А, я думала, мы так увидели, помнишь, это был пенал. Свечечки, рамки разные. О! Это тоже в пенал? Это на уроке, да, качаться, Лик? Да. Ну, тогда сразу можно массажер взять. О, вот такая штука тоже нужна. И пыль вот такая протирать с учебников. Ох-ох-ох. Лика, так запылились? Да. Так. Смотрите, какие салфетки прикольные. Ну, все, я собрала пенал. Даже за 3 минуты справила задание. Да, Лика? Чуть больше 3 минут. Ну... Еще время как бы есть? Ну да. Ну пока время есть, покажи нам, что еще тут есть. Ну давайте покажу. Смотрите, лисичка, только почему-то она зеленая. Угу. Вот такие вот тарелочки, прикольные, кстати, тарелочки. Ой, арбузик. О, какая классная тарелка. Такие вот баночки. У нас есть фиалки, мы не будем покупать. У нас много посуды. Так, вот такие баночки. Вот такие вот, это чтобы пить. Ух ты. Только зачем такая трубка длинная, не знаю. Да. Ой, смотри, какие бутылки прикольные, да? Ага. Мне мятная нравится. Стеклянная. Стеклянная, да? Да. А еще есть такая вот, пластмассовая. Так. И здесь чехлы разные. О, смотри, коврик для мышки. А нам не нужен? Да нет. Ладно. Ну и посмотри, какая прелесть. Ой, смотри, какая прям тверденькая собачка. Угу. Ладно, Лика, значит, Лика справилась. Показывай еще раз, что ты купила. Текстовыделители. Угу. Ластики. Вот так вот Лика собрала пенал. Кстати, ластики на пальцы деваются.
Угу. Это очень модно. Ручка. 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 Зонт. Карандаш. Линейка. И пенал. Так, ластик. Вот. Вот. Все, да? Замазок это самое необходимое. Ничего ты, замазок мы не нашли, корректор, нет. Да? Ну все, молодец, Лика, справилась с заданием. За 3 минуты чуть больше. Да? Молодец. Посмотрим теперь, как справится Милана, соберет это Лику в школу. Посложнее. Это будет посложнее, но за 5 минут нам нужно справиться. Да? Один? Нет, мы еще не засекаем. Все! А, все, да, это Ликина задание. Все. Ликина время. Молодец. Время. Время пошло, Милана, нам надо собрать Лику. 2, 3. Милан, смотри, вот такую давай рубашку берем. Какую? Пиджак, нет, Милан, пиджак мы давай, черный. Вон черненький. Лик, мы без тебя справимся. Милан, держи, ладно, я буду держать. Бегом, пиджак. Ой, это большой, подожди, Милан, надо еще размер. Ох, тут еще с размерами, а. Милана, побежали юбку. Милана, где тут юбки? Ты смотрела юбки? Нет. Так. Или, может быть, смотрите, здесь есть вот такой сарафан. Ну, мне кажется, лучше юбку, да, Милаш? Да. Побежали юбку будем смотреть. А, нет, там куртки. Давай сюда, Милаш, иди сюда. Юбки. Давай такую на всякий случай возьмем, то вдруг мы не справимся, так мы такую хотя бы Лики, да, дадим примерить. Тебе нравится? Не, Милаш, подожди, сейчас размер выберу для Лики. Ох, что ж такое, все XL. Ну почему все такие большие тут, я не пойму. Это что, мы, куда мы попали? Милашка, здесь что-то все большое. Милан, бери обувь. Я вот эти. Подожди. Вот одежду, конечно, тяжелее. Сейчас, Милаш, тебе тоже, да, понравились. Сейчас мы размер выберем. У тебя какой размер, Милаш? Ой. Посмотрим размер. Ой. Милаш, держи. Нашла. Держи. Крепко держи. Так. О, Милан, смотри, брюки. Брюки берем. Берем брюки. Почему нет размера? Парищи, что происходит? Все, XL. Ладно, берем, пусть Лика мерит. А, Лика, мы уже практически справились, Лика. Да, Милаш? Так, мы еще и юбку берем. Оп, сколько? Сколько у нас еще времени? Вот. Все? 2 минуты. А, 2 минуты, пошли, Милан. Ты знаешь, Лик, мы, наверное, можно сказать, справились. Все? А, Милана, рюкзак. Побежали рюкзак искать. Быстро. Быстро, рюкзак. Где рюкзаки? Здесь где-то рюкзаки, Милана. Спортивная нам не нужна форма. Ты волнуешься, не волнуйся. Давай рюкзак берем. Выбирай здесь, Лики, рюкзак. Какой рюкзак возьмем? Вот такой, все, Лика, мы тебя собрали. Теперь тебе осталось все это примерить. А ребята будут голосовать. А мы все собрали тебя. Видишь, как быстро. Молодцы. Пошлите в примерочную. Да. Держи, Лика, это тебе. И еще. Вот так. Отправляемся, Милаш, в примерочную. Смотри, Лика, ну как тебе? Слушай, нету тут выбора, или мы не заметили? Вот такие брюки. Кстати, ничего брюки. А вы смотрели, какого размера взяли? Мы смотрели, Лик, ну ты знаешь, они вроде маленькие, не поймем. Ну, да, короче... А ничего же это 3XL? Ну как, ну чё, конечно, меньше нет. Вы, по-моему, тут... смухлевали и не справились задание. Ну ты померься, ну Лик. Кстати, посмотрите, ребят, какая прикольная рубашечка, да? И рюкзачок вот такой вот.
Милонке понравился. Мне новый рюкзачок принесла. Это милашки. Так, и слепоны. Все, ладно. До свидания. Мы ждем. Ну что, Лика? Что-то прогадали с размерами всего. Брюки большие. Рубашка. О, Милона, смотри. Рубашка еле-еле сошлась. Вот. Что ты такая, Лика? Обувь тоже маленькая. Пиджак единственный нормальный. Пиджачок прикольный. Вот если брюки, надо же больше. Такие да брюки. Надо же, да, ну а в среднем посмотри. 3XL. Ребят, ну а так посмотрите, пиджачок вот так прикольно, да? Пиджак, блузка и брюки. Если подобрать, да, Милан, по размерчику? А юбку вы тоже взяли? Одеваетесь? Огромная, да. XL юбка. Что же делать? Ты как она XL видела, да? Дальше не смотрела? Да не было там маленьких, я не пойму, может мы в отдел зашли для полных? Милана, мы с тобой не справились с заданием. Но мне блузка очень нравится. Мне понравилась блузка, мне понравился пиджак. Ну-ка, застегни. Смотрите, я брюки там сложила в два раза. Все нормально. Вот в целом, если вот не, если бы угадать размером, очень даже неплохо. Мне прям понравился вот такой пиджак, мне понравилась рубашка. И, в принципе, слепоны тоже неплохие, а брюки, да... Они огромные, конечно. Рубашка маленькая. Но мы не справились. Рубашки были размеры, я видела там. Рубашки, да, были размеры. Ребята, пишите, как в целом вам понятно, что все это большое, что-то маленькое. С размерами мы не угадали. Мы торопились. Мы думали, может, здесь по-другому размерчики-то. А в целом мне нравится, мне очень понравился. Вот я еще раз повторюсь, блузка, пиджак очень понравился. Вот сюда еще прикольные по размеру брюки и, по-моему, вот так вот. Юбку мерите ей. Она огромная будет, такая же, как и брюки. Ребята, голосуйте, кто победил. Ребята, голосуйте, ставьте лайки и всем пока-пока. И подписывайтесь на наш канал. Ребята, ставьте лайки и всем пока-пока. Пока-пока.